Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые, ждут тебя в описании. 91 тысяча рублей баланс на форсдропе, и прямо сейчас я вместе с тобой буду пробовать заканчивать, точнее, нашу рубрику, когда мы хотим выбить эмку вой. Четвертый ролик подряд. Изначально мы закинули десятку, маленько подслили во втором ролике, окончательно слил, потом использовал 30 тысяч бонусного баланса, который мне накапал, и сегодня мы выбили 90. То есть, по факту, сегодня очень хороший шанс нам вместе с тобой попробовать сделать апгрейд. Добить апгрейд примерно до 40-50%, и я думаю, он может выдать сегодня МКВ, которую мы заберем. Поэтому обязательно поставьте лайкосик, поддержите мой канал. Не забывайте, что если кто-нибудь когда-нибудь из вас зайдет на форсдроп, вы можете воспользоваться самым рабочим и самым окупаемым промокодом, и это промокод ПАПА. Вот любая сумма, которую ты бы не закинул, умножается ровно на 40%. Например, закидываешь 1000, получаешь 1400. Закидываешь 10 тысяч, получаешь 4000 сверху. То есть, по сути, ты получаешь бешеный бонус просто за счет того, что ты используешь промокод ПАПА. Ведь он дает самый большой бонус, плюс он тебя окупает. Кстати, не забывайте, что он дает также коины. Вот эти 1000 коинов ты можешь залить вот сюда в ивентик. Я ивент весь прошел, буду проходить его ровно, забирать всю награду ровно через 9 дней. Но тут где-то награда забрана, это просто я нечаянно жмакнул мышкой не туда, поэтому не обращайте внимания. Всю награду буду забирать, оценивать ивент вот как он есть. Поэтому используйте, не забывайте про бесплатные кейсы. Ну и полетели, сделаем какую-нибудь невероятную грязюку прямо сейчас. А вот какую, это уже интересно. Смотри, задача. 91 тысяча. Ну, во-первых, очень сильно охота попробовать с ножевого кейса. 80 тысяч на 4 ножа. Вчера мы закончили рубрику именно тем, что открыли 5 ножей. И нам выпало 73 тысячи рублей. То есть сейчас, возможно, он выдаст что-то. Зуб тигра. Ну, ладно, ночная полоса тоже неплохо. А знаешь, и все. Ночная полоса, 30-ка, 70 тысяч. Как будто бы... Ну, нет, больше не надо. Тут есть куча обалденных кейсов, такие как, например, 8 лет форсдропа, либо випку. Давай, наверное, випку. На 5 раз 50 тысяч рублей. Мне кажется, может сейчас нереально так окупить. Кстати, наверное, месяца 4-5 назад это был мой самый любимый кейс до тех времен, пока у меня не начал очень сильно сливать. То есть я буквально заходил у него каждый день, и он окупал просто невероятно. АК-47. Сюда. 61. Ну, давай быстро. Может быть, еще поддаст. Ой-ой-ой, убийство, 31, ну вот даже с убийством 51 тысяча. Слушай, а если попробовать контракт сделать, что думаешь? Просто вот так вот на 10, спокойненько все, что у нас есть. А в результате скин получится от 12 тысяч до 204 тысяч, 51 тысяча 181. Ну, блин, как будто бы 12 тысяч вообще неохота получать, но если будет 204, это будет супер хорошо. Ну давай. Ну, как будто бы окей, типа мы залили 50, получили 40, хотя бы не сильно слили. Давай попробуем через апгрейд добить до 70, мне кажется, имба будет. Ну, опять же, если не будет, будет просто жопа. Стоп. Угу, отлично. Замечательно, я бы даже сказал феноменально, соточка. И теперь на соточку можем открыть 8 лет форсдропу. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка, спасибо тебе огромное. Здравствуйте, ну давай. 3 открытия 28, именно этот кейс нас получается вчера в ролике, ну можно сказать даже в сегодняшнем ролике на втором канале начал окупать. Давай попробуем его, может быть, что-то да и получится. Сыворотка плохо, градик плохо, рентген хорошо. Да, в принципе-то и все. А, два рентгена даже, слушай, вот это интересно. Ну, то есть, чтобы выбить один рентген, это нужно постараться, но сейчас выпадает два, это как будто какой-то забагованный кейс. Прикинь, 165 тысяч рублей на балансе. Как будто бы нет. Давайте так, 166 тысяч рублей. Вроде бы все отлично. Ну, есть один, конечно, кейс, который можно открыть прям на 149. Топ-скин или доплер. Но я что-то вообще не знаю, пацаны. Вот прям вообще по наличию его, как он будет окупать. Если честно, даже боюсь представить. Ну, в принципе, кейс достойный. Кейс хороший. То есть даже несмотря на то, что он стоит 15 тысяч, но огненный змей дороже. Хикабара, Гора, Full Injector. Это все может быть дороже, чем 14. Ну, конечно, не гипнотический, не пантера, не графит. Хотя, опять же, пантера может стоить 50. Графит может стоить еще больше. Поэтому, в принципе, да. Поехали.
Градик, гипнотический. Очень слабо. Неотвратимая угроза. Ой-ой-ой. Единственная. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Ни хрена себе. Так у нас, извините меня, пантера выпала за 28. И фулл-инжектор за 16. И, слушай, и гипнотический прямо с завода. Ну, нормально. 198 тысяч. В принципе, 232 тысячи. В принципе, у нас все замечательно. Давай попробуем тогда на 10, на живые. Может быть, подкинет чуть-чуть повыше. И если подкидывает, уже пойдем делать МКВОЙ. Если МКВОЙ, сколько она у нас? МКВОЙ 600. Ну, надо хотя бы 1300. То есть, чтобы апгрейд сыграл, было бы хорошо 300 тысяч рублей. А там как пойдет. Давайте. Ровно на 1, 2, 3, 4, 5. Ой-ой-ой. 10 раз на живую. Это жестко. Легенды неплохо. Керамбит. Керамбит хотя бы и бродяга, и керамбит могут вырулить? Выруливают. Два ножа 100 тысяч рублей. Остальные догнали. Хорошо. 216. Давай, наверное, даже еще раз. Ну, вот как будто бы, когда ты открываешь на живую на 10 раз, вот здесь уже становится тебе реально интересно, потому что здесь падают действительно очень хорошие скины. Хорошие скины. Ай-яй-яй. Но он один, я не думаю. Хотя, в принципе, нормально. Нормально, паракорды попадали, плюс еще навахи, не самые уродские, кстати, не самые ублюдские, то есть если вот, допустим, городские маскировки упало 3, слава богу, их только 3, и один хороший нож. Ну, говорю же, то есть вроде бы как, когда ты открываешь вот на 10 открытий, в этом есть какой-то смысл. Ну, давай попробуем, наверное, вот этот кейс, ультракнайф на 5. 250 тысяч, самые топовые ножи в КСке. И от этого уже будем отталкиваться. Вот выдаст сейчас что-то хорошее, идем. Не выдаст, тоже идем, в любом случае надо пробовать. Потому что мы потратили 4 ролика, и мне пипец как охота просто взять, вывести себе эту красивую пушечку. Слабо. 207 тысяч, очень слабо. Но в любом случае, давайте пробовать. У нас есть одна попытка. Если мы ставим весь баланс... Есть ли шансы окупиться? Сложно. Но в любом случае надо пробовать. Поэтому давайте так. Пожалуйста, поставьте лайкосик. Если будете играть, используйте промокод ПАПА. Самый рабочий, самый окупаемый промик, который только здесь есть. Не забывайте, что он дает самый большой бонус, если захотите поиграть. И, конечно, не забывайте, что здесь куча ивентиков. Я вот, конечно, думаю, что... Блин, ну я думаю, что мы проиграем. Типа 31%, но супер слабо. Просто мы на авик ставили 45%. И даже здесь проиграли. Ну ладно, давай попробуем. В любом случае, я маленько себе оставлю, допустим, ну, вот так вот хотя бы. 30%. Ну, это почти даже 30%. Стоп-стоп. Ну, это очевидно было. Блин, надо было, наверное, докрутить. Я поторопился.